Кажется, совсем недавно все это представлялось смелой гипотезой ученых. Операционные в барокамере, исцеляющий кислород. Сегодня это будничная работа. Только здесь, во Всесоюзном центре гиперборической оксигенации, уже проведено более 60 тысяч операций под давлением. А недавно в Москве проходил 7-й по счету международный конгресс по гиперборической медицине, собравший ученых из 24 стран мира. Об опыте, накопленном за минувшие годы в разных странах, о неизученных еще возможностях лечения под давлением, шла речь и в выступлении президента Конгресса, члена-корреспондента Академии наук СССР Ефуни, в выступлениях крупнейших советских и зарубежных специалистов. Участники Конгресса обсудили теоретические проблемы и вопросы дальнейшего широкого применения барокамер в практике мирового здравоохранения.